Всем привет. Смотрите, как Фаина издевается надо мной. Фаинка сегодня вообще ночью плохо спала. Постоянно просыпалась, плакала. Наелась на ночь и дыню, и виноград. Ну, она-то уснула в 10 часов, а у нас потом у всех животы поскручивала. Мы после обеда будем пола стирать. Заодно испробую эту штуку из светофора для паласов, для ковров. Как отстирает. Это мы в прошлый раз с хозяйственным мылом стирали. Ну, кстати, хозяйственное мыло раньше в деревне постоянно им паласы стирали, но там мы вывозили вообще на речку. Там мочили и уже хорошо стирали и прополаскивали. А здесь неудобно. Вода стекает, и приходится воду разводить мыльную, чтобы мылить. У нас же нет машины, чтобы куда-то увезти, постирать. И Фаина еще, когда мы красили эту картинку... Фаина палас нам понакрасила этот. Ну, я надеюсь, они хорошо отмываются. Иначе пятна останутся хорошие. Фаин. Фаинка сыр нашла, он у нее на этом, на столике стоял. Лежал. Со вчерашнего дня. Пучки его отдай. Его теперь нельзя кушать. Отдай. Я тебе новый дам, Фаина. Что ты делаешь? Снимаю. Не надо. Капка. 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 А эту когда ты стену разобрал? Вчера. Я не видела. Или не заметила. Папа. 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 Готовлю быстрый обед, пока все спят. Мясо с помидорами и яйцами. Сейчас будем кушать. Вот такой у нас страшный пол. Эту полосу убрали. Ну, потом зайдем, я протру. Он у нас везде такой, на кухне еще хуже. Хорошо, хоть паласов понаотдавали родственники. Старых, ну хоть такие. Конечно, новые-то никто не будет отдавать. Самим нужны. Пойдем, Фаин. Пойдем, оденемся и выйдем. А, в общем, в прошлый раз мы вешали на вот эту вот штуку железную. А сейчас наложили шифера под низ. Так и будем. Потому что невозможно прошоркать на весу.
вроде более-менее отстирался. Он там след от утюга я заметила, нам его такое отдали. И немного там снизу пятна остались все-таки, но высохнет, может быть, не будет так заметно. А с этой стороны получше. Все отошло. Прям еще мокрый, уже смотрится как чистый. Это был прям серый. Мы пошли в магазин, нам нужно купить вилы. И еще что-нибудь посмотрим. К чаю. На улице тепло. А вообще, сейчас пойдет же на утепление. На? Неделю будет, наверное, тепло, потом там какие-то дни холодные, потом опять тепло. Ну, вообще там меняется постоянно. Собаки, как всегда. Всегда и везде. Это кошка. Двор весь в цветочках. Кошка. Нормальный район, я считаю, да? Но. Я Фаинке говорю, смотри, собака бежит. А это кошка. Если мы не уедем никуда. Опять набрали всякой фигни. А вилы так и не купили, уже магазин закрылся. Фаин, ну под ноги-то не лезь, папе. Вот еще. Ну, когда мы здесь в июле проходили, было больше цветов. Но они уже подцвели. Так, обзор покупок. Чак-чак в магните взяла, не знаю, вкусный, невкусный. Но мы брали в светофоре был вообще, не понравился, вкусный. Конфеты 35. Каракум я маленько взяла, так, они дорогие, 60 с чем-то стоит, не помню. Майонез, кофе, жардин, хлеб, казинак, халва. Одной фирмы. Китикет сухой, влажный. Кофе, кола. Невкусная. Мы попробовали сок. Сырные булки. В Мариера у нас продаются вкусные, мне нравятся. Если бы Мариера рядом была, я бы постоянно их брала. Но она далековато. Персики. Вон в стакане у тебя налито. Персики и сливы. Цены не помню. На некоторые я помню, на некоторые нет. Не буду так что называть. И арбуз. Маленький.